Стараюсь коротко, но более-менее четко. Книга, вот на первый взгляд, сразу бросается в глаза. Емкая, великолепная. Но я нашел одну фразу, которую хочу раскрыть, потому что она чуть-чуть касается и меня. А началась его шахматная деятельность с того, что Юра сперва записался в районный дом пионеров. И не расшифровывается, в какой, где, когда. А это был районный дом пионеров Сталинского района города Москвы. И в этом доме пионеров свои первые шахматные шаги пришел делать и мне. И как-то мы с Юрием Сергеевичем разговорились, и оба были горды этим совпадением. Мы перебрали наших тренеров, великолепных тренеров детских фронтовиков. Людмила Сергеевна, вы здесь, да? Вы помните Михаила Григорьевича Демкова, Всеволода Ивановича Муренко был у нас тренером, и Михаил Зинович Цвикин. И когда я Юрию Сергеевичу сказал, что в вашем стиле игры именно заложен фундамент от Цвикина, то Юрий Сергеевич сказал пару очень хороших слов в отношении моего потенциала. Мне показалось, что передо мной тренерская глыба. И мне пришлось признаться, почему я вынужден был отойти от шахмат в 50-м году. Позднее я написал об этом рассказ, но это другая тема. Но когда я это объяснил Юрию Сергеевичу, он говорил, сказал мне четко, как я вас понимаю. Прошли годы, мы ветераны играем в чемпионате Европы среди сеньоров в горах, в Италии. А Юрий Сергеевич в это время тренировал сборную Италии, олимпийскую сборную Италии. Каково же было наше удивление, когда в эту глубинку альпийских гор перед туром вдруг заехал, уж на чем он там заехал, на мотовозике этом одновагонном, который один раз в час ей заехал и перездоровался со всеми представителями России. И когда он здоровался со мной, он говорит, как же это приятно здесь, в глубине Италии, видеть своих шахматистов из России. Я ответил ему его же фразой. Юрий Сергеевич, как я вас понимаю? В этот момент он показал себя, патриотом страны. Чувствовалось у него ностальгия. И поэтому можно только выразить благодарность за книгу, с которой мы сегодня начинаем знакомиться. И пожелать всем, кто со мной внимательно познакомится и долго знать, помнить и ценить Юрия Сергеевича Розаваева. Он разумеет, он сделал для шахмат очень и очень много. И не только для шахмат России. У меня все.